Здравствуйте, дорогие друзья, это Жизнь Га... блять. Days Gone или Жизнь после прохождения на уровне сложности выживания 2, напомню, это самый сложный режим сложности в игре. Блять, я не помню, какая это часть, по-моему, 16-я, а может и 17-я, но я не помню точно, вроде 16-я. Ну что, погнали с последнего нашего сейва. Тут, если мне память не изменяет, последний раз мы остановились на том, чтобы зачистить лагерь от мародеров. Блять, ни глушителя, нихуя нету. К сожалению. А, по-моему, на винтовку есть глушитель, на снайперскую. Сейчас посмотрим. Так. Вот, на винтовку есть глушитель. Это заебись. Потому что Это радио Свободный Орегон. Здесь вот Правда лагерек у меня. освобождает. С тяжелым сердцем сообщаю вам. В моем лагере шестеро погибших и двое раненых за эту неделю. И виноваты не фрики. Нет. Виноваты черные вертолеты. Вы видите? Все, что я предсказывал, сбывается. Мы его сделаем. Тесни его! Несколько вертолетов приземлились и уничтожили целую группу людей. Хотя те кричали и умоляли о пощаде. Хладнокровно уничтожили граждан нашей страны. Мои люди стреляли. Ну, я готов. И это не последний раз. Эх, бля. Чё-то я отвык от игры, давно в неё не играл. Меня там как-то палят. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. С тяжелым сердцем сообщаю вам. В моем лагере шестеро погибших и двое раненых за эту неделю. И виноваты не фрики. Нет. Виноваты черные вертолеты. Вы видите? Все, что я предсказывал, сбывается. Несколько вертолетов одного сняли. И уничтожили целую группу людей. Хотя те кричали и умоляли о пощаде. Хладнокровно уничтожили граждан нашей страны. И это не последний раз. Они выслеживают так, еще 10 человек. Тех, кто посмел выжить и нарушить их планы. Они убивают нас, как скот. Чтобы наконец иметь возможность вынести из своих крысиных тварей. Нравится, а? Тюбдите. Кое-кто может и выстрелить в ответ. За ебаный рот, откуда он берется постоянно, нахуй? Это первый вопрос. Второй, почему у меня не работает колесо мышки?